Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости, обратимся к словам Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время эфира. Предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе! Слава наш Господь! Ты наше упование! Мы так благодарны Тебе за все благословения, которые мы получаем от Тебя, за дар жизни и за эту возможность сегодня снова рассказать о Тебе, как Ты слышишь молитвы людские и отвечаешь на них. Благослови, пожалуйста, весь этот эфир, и пусть все будет для Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, хочу напомнить, мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео в строке комментариев. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и обязательно передадим в наши молитвенные группы. И еще. Если вы находитесь в округе Сакраменто или близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, в нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Мы верим, что и этот эфир станет благословением для нас, участников, и особенно для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостью сегодняшней передачи Викторию Ицкан. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо, что вы снова согласились прийти к нам на передачу. Это большие благословения. Надеюсь, сегодня вы порадуете наших зрителей очередной песней. Прежде всего, историей. Правильно. Итак, Виктория, вы раньше рассказывали, что молитвенная жизнь, она даже и не помните, когда она началась, потому что с детства вы родились в семье пастора, так ведь? Да. И если наши гости захотят посмотреть предыдущие наши программы, они побольше узнают о вас, о ваших опытах, а также о том, как начиналась ваша молитвенная жизнь. Но я хочу вам задать вопрос сегодня. А бывает ли такое вот, или бывало ли в вашей жизни, что не хочется молиться? Знаем, что Бог есть, знаем, Он слышит. А вот бывает такое, что не хочется помолиться? Ну, обычно такие случаются опыты у людей, которые находятся, скажем так, в обиде на Бога. Угу. Вот когда в жизни что-то складывается совсем не так, как того хотелось бы или как ожидалось. И возникает вопрос: Господи, ну как же так? Ну как Ты мог это допустить? Ведь мы молились, мы обращались, мы просили Тебя. Ну почему так? И вот эта вот обида какая-то, она ставит границу между человеком и Богом. И иногда, да, бывает такое состояние, что молиться просто нет сил, не хочется. Вот такое вот какое-то вот выражение протеста, наверное, можно сказать. И у вас тоже это в жизни было, да? У меня это было, может быть, один раз в жизни, да, было такое. Но чем старше я становлюсь, тем я больше пытаюсь такие вещи не практиковать, потому что чем дольше мы молчим в направлении неба, тем хуже для нас. Это действует разрушительно. Просто с опытом, уже с возрастом начинаешь это понимать, да? Да, и вы знаете, что Елена Уайт, она пишет, что в тот момент, когда вам меньше всего хочется молиться, падайте на колени и взывайте к небу. Вы больше всего в этом нуждаетесь, да? Да, потому что это очень серьезный знак, что мы должны обращаться к Богу. Ну вообще, что считаете, как вы считаете, вот что самое трудное в молитве? Необычный вопрос. Что самое трудное в молитве? На мой взгляд, это мое мнение, что в молитве трудно назвать грех своим именем. Угу. Знаете, зачастую мы молимся таким образом: «Благодарю Тебя, Господи, за все,
и прости меня, Господи, за все. Тоже за все. Да. А назвать... Да, и таким образом мы как бы говорим, и прощать ты меня не за что. Я, в общем-то, и неплохой человек. Разве я могу грехи совершать? Так, грешки какие-то, ерунда. Вот, вот эта вот фраза «за все», она говорит о том, что мы не осознаем своей греховности и не исповедуем ее. А вот действительно назвать грех своим именем. Не надо это делать в публичной молитве. Да, это, конечно же, дело лично между человеком и Богом. Но обязательно нужно грех называть своим именем. Это показатель того, что человек признается, осознает и хочет избавиться от этого греха, а не просто «прости за все, ни за что, мне и так все хорошо». Да, это как раз вот касается личных молитв, да. Личных с Богом молитв. Да, вот это вы подметили, да? Ну что да, трудно. Я так думаю. Спасибо большое. Я с вами согласен. Спасибо. Скажите, ну а какой молитвенный опыт вы приготовили на сегодняшний день? Да, я хотела бы поделиться сегодня одной уникальной историей, которая занимает особое место в моей памяти, в моей душе. Это история о молитве, которая стала песней. Угу. Вы знаете, ведь мы говорим, что молитва – это разговор с Богом, правда же? Ну да. Вот. И говорить можно с Ним по-разному и в разных обстоятельствах. И молитва может принимать абсолютно разные формы. Ну, и я, как человек творческий, я твердо верю, что наши творческие произведения, наши стихотворения, наши стихи, наши песни, наша музыка – это тоже наше общение с Богом. Мы так разговариваем с Богом. Тоже через... молитва. Конечно Но же. Ну, и стихи тоже, я думаю. Безусловно, да. И вот мне хотелось бы поделиться одной такой историей, которая произошла в моей жизни, и которая как раз-таки вот связана с одной из песен. Я очень хорошо помню тот день. Вот удивительно, что много лет прошло с тех пор, но я очень четко помню, это была пятница. И, как обычно, мы, женщины-хозяйки, проводим определенные приготовления к субботе. Mm-hmm. Да, я готовила особую еду какую-то для субботнего дня, прибиралась в доме. И я помню, я подошла в ванной комнате к зеркалу, чтобы протереть его. И вдруг из меня вот буквально вырвали слова. Там места нет для бед и слез, там примешь ты венец и звезд. Тебя там примет сам Христос в краю, где нету бед и слез. Вы знаете, мне так понравились эти слова. Я быстренько все бросила, побежала, чтобы записать их, и они как-то сразу логично вышли с мелодией, вот как-то сразу же это в песенном варианте. И мелодия, когда вы стали записывать, или когда вот у вас вот в голове появилось? Вот сразу же, когда я вот эти вот слова, они из меня вот так вот вышли, они вышли сразу с мелодической линии. Вот это была уже готовая такая вот кусочек песни. Пока я записывала, пошла вторая часть. Там Божий свет, там ночи нет, там будем петь мы песнь побед в краю, где... слез и смерти нет. Ну, вы знаете, мне так слова эти понравились. Я просто была вся во вдохновении. Я села, наиграла, чтобы запомнить, записала. И тут вдруг пошли совершенно иные слова. Одиночество, боль и слезы. И могилы любимых людей. Миг затишья и снова грозы. Вот он, скудный земной удел. Знаете, мне как-то стало не по себе. Думаю, ну что ж это такое? Откуда эти слова? Знаете, зачастую наши стихи и песни, они бывают как бы проекция пережитого. Вот того, что уже в нашей жизни произошло, оно как вдохновение. А в моей жизни тогда была, скажем, да, какая-то светлая полоса. Все шло спокойно, мирно. Ничего не предвещало никакой беды. И да вдруг и первые вот... слова такие, они хорошие. Да, они первые были такие слова вдохновения, и вдруг... вот такая вот грусть, боль, и дальше больше. И, в общем, те, кто знают эту песню, они помнят, что она построена на контрасте. То есть первая часть куплета – это вот эта вот грусть земного пребывания. Вторая часть и припев – это песнь надежды. Но все равно я не могла понять, что со мной происходит, потому что вот эти...
слова, они как-то вот одной волной из меня все вышли. Буквально я всю песню написала одним махом, как говорится. Мне стало очень не по себе, мне стало очень больно. В душе у меня как-то все сжалось, и я стала молиться и плакать прямо. Я говорила: «Господи, я не понимаю, что происходит, откуда эти слова, какие слезы, какие могилы, почему столько бед, откуда, что это значит?» Я очень много тогда переплакала, и после того, когда песня была уже закончена, я успокоилась, и, вы знаете, на душе наступил такой какой-то мир, освобождение. Мне стало так как-то легко и светло. Как будто вы выплакали. Да, вот я какую-то боль выплакала, но я не понимала, какую. Откуда, если все хорошо в жизни, да? И ответа на свою молитву я так и не получила. Что, Господи, происходит? А потом... А, да, кстати, еще хочу сказать, что мне эта песня, так она удивительно пришла ко мне, и мне так нравились вот эти вот вдохновенные ее части, что я, конечно же, сразу стала ей делиться. Поделилась в первую очередь, конечно же, с супругом. Это мой первый судья, который всегда слышит... Степан, да, первый слышит ваши да, песни. Да, первый слушатель, который слушает мои творения, скажем так. Вот. И потом я стала напевать эту песню моим близким друзьям, хотя обычно я этого никогда не делаю. Я в черновом варианте песню никогда никому не представляю, кроме как супруга, там дети. Даже детям. Сейчас, когда они стали взрослые, они очень хорошо разбираются в музыке, я даже детям еще не показываю, только супругу. Вот. А это вот песня была, которой мне хотелось делиться со всеми. И очень вскоре я со своими друзьями-музыкантами сделала аранжировку на эту песню, она уже была в готовом варианте. И вот она жила во мне просто постоянно. Но прошло какое-то время, совсем немного. Может быть, даже меньше месяца, а может быть, с месяц где-то прошел. И тяжело заболела наша дочка. С ней стали случаться какие-то странные такие приступы, когда у нее поднималась очень высокая температура, ребенок просто горел, и она сильно плакала от болей. Она не могла объяснить мне, где у нее болит. А сколько лет ей было? Ей было тогда лет 5, она еще была совсем маленькая. Она и не понимала, просто болит. Да, вот и болит, и она плачет, и горит. Я к ней прикасаюсь, она прямо горит. Красная вся, уже мокрая, в испарине все. И я когда обращалась к врачу, врач брал анализы и говорит: ну, мамочка, ну это было у нее ОРЗ, то есть остро-респираторное заболевание. Ну, бывает так, что вот оно так пришло и ушло. И вот так вот эти состояния у нее повторялось периодически. И мы никак не могли понять, что с ней происходит. А это так получилось, что в один из дней я была записана к врачу, и не к участковому врачу, а к специалисту. Угу. Мы в обед должны были с девочкой идти к доктору, а утром с ней опять случился вот этот приступ. Она вся горит, в слезах, к ней не прикоснуться. Единственное, что она говорила, животик болит, и еще где-то показывала. И я просто ее так вот взяла, и вот в таком состоянии, знаете, с температурой вообще-то рискованно куда-то ребенка выносить. Но я вот поняла, что это вот единственная возможность как-то прояснить ситуацию, показать ее другому врачу. Я вот так вот просто взяла вот этого тяжело больного ребенка, принесла в больницу, в поликлинику, и говорю: доктор, вот смотрите, что с ней происходит. Доктор ее осмотрела и сразу же направила нас сдавать анализы. Благо, что это было в этом же здании, на первом этаже. Она сделала срочный запрос, и результат был тут же сделан. Ну и вот тут... Это было не ОРЗ. И тут кровь все показала, что происходило с ребенком. То есть эта болезнь, она такая коварная, она... Вот маскируется под видом ОРЗ, симптомы, как она проходит. ОРЗ, да. И если анализы не сданы до вот этого вот поднятия или температуры время, да? или во время, то на следующий день показатели уже будут совершенно иными. И невозможно диагностировать, что происходило во время этого приступа. Вы знаете, нас в тот день даже домой не отпустили. Нас сразу же отправили в больницу, положили в больницу. Девочки помогли. Сняли болевой синдром, сделали все обследования.
Она еще какое-то время там побыла, и потом мне нужно было встретиться с доктором, чтобы доктор рассказала, что же все-таки на самом деле происходит с ребенком и как нам жить с этим дальше. Знаете, когда доктор беседовала со мной, когда она собиралась огласить диагноз, медсестра стояла рядом уже с нашатырным спиртом, потому что в их практике уже были такие случаи, что когда мамочкам такой диагноз, да, сообщали, диагноз, да? сообщают и ближайшую, да, ближайшую перспективу, то мамы, да, или теряют сознание, или впадают в истерику, то есть они уже как бы готовы были, если со мной произойдет что-то подобное. Но, как ни странно, я вот слушала то, что она говорит, я все понимала, я осознавала. Я осознавала весь страх будущего. Но, вы знаете, я находилась как будто бы под местным наркозом. То есть вот мозг мой был включен, но я не чувствовала боли. Она несколько раз переспросила: с вами все в порядке? Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Я говорила: да, я все понимаю. Такое было впечатление, что я уже эту боль где-то когда-то испытала. Что вот на данный момент уже ее нет. Хотя я еще на тот момент даже не представляла, что меня ожидает дальше. То есть как будто вы к этому были готовы, получается, да? Это было непонятное состояние. Угу. Но вы же как женщина, вы же эмоциональная. В том-то и дело, что я очень эмоциональный человек. Более того, я очень уязвимый человек и ранимый, очень чувствительный, да, человек. Но что тогда было, я даже сама не поняла. Как я выслушала, я все поняла, я все приняла, я подписала нужные бумаги, я встала и пошла дальше, понимая, что мне нужно делать. А следующий шаг был... Нас направили в республиканскую больницу в Москву, потому что только там могли помочь ребенку квалифицированно и быстро оказать помощь. И вот с этого момента, можно сказать, начался один из моих очень тяжелых жизнепериодов. Знаете, во-первых, мы жили далеко от Москвы, скажем так. Это и финансово было тяжело, и физически, и морально, и душевно, и во всех отношениях. К счастью, я могла проживать вместе с девочкой прямо там, в больнице. У них была такая возможность. По крайней мере, мне не нужно было в этом огромном городе снимать это жилье. Но за то, что мама находилась там, потому что нас было много таких мам, мы же приезжали со всех концов этой огромной страны, да. Вот. За то, что мама проживала вместе с ребенком, мы должны были, ну так сказать, отрабатывать это проживание. Нам нужно было прибираться в больнице. То есть мы мыли огромные коридоры. Конечно. Нам нужно было прибираться в санузлах, то есть в ванных и туалетных комнатах. Нам нужно было выносить мусор в огромных мусорных баках. Отделение находилось, кажется, на 6-м этаже, и мусор нельзя было ставить в лифт, потому что это медицинские лифты, туда мусор нельзя заносить. И мы вот это вот женщины, такие вот худенькие, хрупкие, носили это по лестницам. Потом еще там надо было идти. То есть вот такая вот надрывная работа была. Потом мы должны были в пищеблоке получать питание на детей огромными вот этими опять такими кастрюлями это все приносить, при том, что нам питание там было не положено, и мы должны были как-то питаться сами, еще нужно было как-то побежать в магазин, найти, приготовить себе. Ну и плюс человеческий фактор. Знаете, очень много людей было... с разных уголков страны, это люди разных национальностей, разных традиций, разных культур, разного уровня воспитания. Знаете, вот каждый человек по-своему реагировал на то, что они переживали. Кто-то стойко переносил это с терпением, а кто-то с великим красноречием, знаете, как это у людей бывает, да? Пускались в различные неблагородные поступки. В общем, было очень сложно. При том, что плюс ко всему, самое главное, это ежедневно видеть страдания твоего ребенка, потому что...
Приступы эти все-таки были? Не то, что... Нет, это уже речь шла не о приступах. Те процедуры, которые с ней проводили, они были очень болезненные. Даже мучительные. Сами процедуры, да, болезненные. Даже мучительные. Потом девочки еще операцию сделали. Но вот эти вот процедуры, после которых ребенок не мог идти, она не могла сама идти. Ее нужно было все время носить на руках. А этот больничный, эта больница, это, знаете, как городок целый. Вот, вот сколько видит глаз, вот столько коридоры, коридоры, коридоры. Mm-hmm. И никто кресло не предоставлял, чтобы повезти ребенка. Ну, это было то время и да, та страна. Да, и нужно было ее носить все время на руках и утешать. Ребенок плачет, и вот все в душе рвется. И лифты тоже, опять-таки, этот медицинский, этот технический, а для пациентов вот там. И пока до этого лифта дойдешь, уже, знаете, ни рук, ни ног, ни спины, ни чувствуешь. Mm-hmm. Я, знаете, после того, как это все закончилось, я уже сама тогда нуждалась в лечении. Но на тот момент вот нужно было просто выстоять, понимаете, вот выстоять вот этот вот период жизни. А надежда была все-таки? Давали врачи безусловно, надежду? Безусловно, безусловно. Это давало силы, потому что они обещали, что результат будет хороший. И, в общем-то, итог у этой истории положительный. Угу. Болезнь была побеждена, и с Божьей помощью она на данный момент вообще не актуальна в нашей семье. И как бы уже много лет мы даже не вспоминаем об этом. Но осталась песня, ага, которая в свое время смогла мне вот эту боль, которой еще тогда не было. Получается, заочно вы пережили пережить вот эту боль заочно до того случая. Да, вы представляете? Чтобы потом стало вам легче. Я чтобы так понял, да? Потом, да, ни слезинки, ни вздоха, ни слова ропота, ничего. Понимаете, я сама вот смотрела, оглядывалась назад и думала, как это вообще, вот лично со мной, как это возможно? Я человек очень хрупкий вообще-то, вы знаете, но как это было возможно? Потому что, вот как я уже сейчас объясняю, вернее, как Господь мне потом дал ответ на те мои вопросы, угу. Он настолько благ, Он все дает в свое время. Вот песня пришла тогда, и боль пришла тогда, когда это еще не было, знаете, как наживую, как говорится, угу, больно. Как по-живому, да? Да. И на данный момент эта песня живет. Кстати, я вот принесла с собою вот такой вот желтый старенький листочек. А это оригинал, да? Это оригинал, да. Это оригинал еще, как говорится, моя покажите, рукопись. Покажите, пожалуйста, зрителям. Да, сюда, вот такой, да, я от руки вот угу, то, что записала вот эту песню. И здесь дата стоит, даже март 2000 года. Более того, можно скажу. Дорогие друзья, вы сегодня, после того, как наш эфир закончится, вы снова сможете ознакомиться с теми молитвенными просьбами, которые пришли к нам на протяжении недели. И после этого вы услышите эту самую песню Виктории Ицкан. Да, и вот я еще раз хочу сказать, что вот во всех затруднительных обстоятельствах Господь близок, и Он подает помощь в свое время. Поэтому да, вот мне хочется обратиться к тем людям, которые, вот как уже мы сказали, которые находятся в обиде на Бога, которым тяжело молиться, потому что в их жизни что-то пошло не так. Они разочаровались, возможно, Господи. Я вам хочу сказать, небо близко. Небо не так далеко, как нам кажется. Сделайте последние усилия, упадите на колени, обратитесь к Господу. Он обязательно даст вам ответы на ваши вопросы. Аминь, аминь, Виктория. И удивительно, я первый раз такое услышал, что вот такой опыт, когда Бог вот эту боль позволил пережить заранее, получается, да, я правильно понял, да, вас, да? Да. И потом вот та боль уже не по-живому. И вы, да, вспоминали часто эту песню, когда вот это вот произошло с дочкой, когда вы там в больнице. Ну, вы знаете, да, да, эта песня живет по сей день, и она до сих пор остается такой вот особенной в моем репертуаре. Вы знаете, всякий раз, когда меня просят ее исполнить, я должна ее попеть немножко сама дома. Ну, я всегда репетирую свои песни, но эту песню я знаю, что я обязательно должна попеть дома. Почему? Поплакать на ней. А, поплакать. Да, для того, чтобы этого не произошло потом на сцене. Потому что, знаете, на сцену человек, когда выходит петь, он выходит туда уже не плакать, а он выходит туда что-то выразить в своем творчестве, в песне в данном случае. Вот. И она до сих пор остается очень эмоциональной. И вы знаете,
практически каждый раз после исполнения этой песни ко мне кто-то подходит и говорит: «Спасибо, ты сегодня пела для меня». То есть, вы знаете, наверное, вот такие вот особым образом пережитые песни, они, наверное, говорят к сердцу человека, который переживает, может быть, что-то подобное. Вы знаете, я знаю и другие музыкальные произведения, которые были написаны в период особого переживания. Uh-huh. Это или же инструментальная музыка, или же песенное творчество. И я знаю, что эти произведения особым образом действуют на слушателя. Вот я лично, когда слушаю такие вещи, uh-huh. такое впечатление, что вот только я и вот эта музыка. И вот мы, да. мы разговариваем на одном языке. И вы знаете, один раз был такой случай, уже здесь, в Сакраменто. Угу. Должно было, планировалось одно мероприятие, и меня попросили спеть эту песню. А так получилось, что я заболела и потеряла голос. Совершенно потеряла голос и не могла не то что петь, даже говорить. Но меня очень просили исполнить эту песню. И тогда... Как она называется, скажите? Она называется «Гавань надежд». Ага, да, у этой песни название «Гавань надежды», и есть даже мой авторский альбом под таким названием. Вот. И для того, чтобы все-таки эта песня прозвучала, я попросила свою дочку исполнить эту песню, она тоже певица. И вы знаете, она исполнила ее очень хорошо, очень трепетно, проникновенно, на высоком уровне. Но вы знаете, когда она пришла домой, она сказала мне: «Мама, я не знаю, как ты поешь эту песню». Я там чуть не задохнулась. То есть хотелось плакать, конечно, да? Вот эти вот эмоции, которые в этой песне, понимаете, вот это вот переживание, которое в ней отражено, она это прочувствовала. Она много-много раз слышала эту песню, но когда она стала ее петь сама, она, наверное, прикоснулась вот к той боли, которая была выплеснута в свое время в этой песне. Да. Спасибо большое, Виктория. Я думаю, что... можно даже нашим друзьям, зрителям посоветовать слушать ее тогда, когда особо тяжело, когда какой-то груз навалился, когда возможно. Кажется, что ты в безвыходном положении. Правда? Возможно, да. Друзья, а вы попадали в безвыходное положение? Что вы чувствовали при этом? Кто-то может сказать, что безвыходных положений не бывает. А потом добавит: нужно хорошо планировать свою жизнь. Не сработал план А, включить план Б или С и так далее. Вроде бы разумно. Только можем ли мы буквально все в жизни спланировать? А другие скажут, чтобы не попадать в безвыходные положения, нужно молиться и жить по планам Бога. Ну, конечно, кто с этим будет спорить? Но если даже, но если вот даже жить так, как вы советуете, есть ли гарантия спокойной и беззаботной жизни? Друзья, вспомните исход народа Божьего из Египта. Думаете, Моисей не молился? И не за столпом ли огненным и облачным он вел народ все это время? Только интересно один даже случай посмотреть. Подойдя к Красному морю, они оказались в ловушке, выход из которой был закрыт армией фараона. Разве это не безвыходное положение? Сомневаетесь? Ну, спросите у тех, кто кричал в сторону Моисея: «Уж лучше быть рабами египтян, чем умереть в пустыне». По-человечески это было безвыходное положение. Человек не мог ничего сделать в этих условиях. Хотя выход был. Ни налево, и ни направо, и даже не прямо. Всегда выход открыть вверх. Кстати, не только Моисей, но и многие попробовали воспользоваться этим путем. И результат вы помните. Бог повел вперед, раздвинув море по левую и правую сторону. Это был его план. Знаете, друзья, я все слушаю
историю нашей гости, и все как-то так вот, мысли такие. Так и хочется сказать, как здорово, что у нашего Небесного Отца на каждый случай есть столько планов, А, Б, С, что даже алфавита не хватит. И использует он их в зависимости от нашего выбора и готовности. Бог всегда находит лучшее для нас, хотя мы не всегда это замечаем. Что интересно, Бог еще и подготавливает нас к этому выходу, как Он готовил Мадиаме Моисея 40 лет, как подготовил нашу гостью Викторию, наделив силой не только пройти горький путь переживаний, но и подарив всем нам чудесную песню. Знаете, друзья, так и хочется воскликнуть. Разве можно сомневаться в нашем Небесном Папе, который так заинтересован в нас, что не пожалел своего Сына, нашего Господа Иисуса Христа ради нас, который видит конец от начала. Можно ли в нем сомневаться, правильно ли это? Как написал царь Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу: «Ты видел меня прежде, чем я родился, и в книге Твоей записаны были все дни, отведенные мне, когда ни одного из них еще не было». И дальше он продолжает: «Как непостижимы для меня замыслы Твои, Боже! Как велико их число!» Не знаю, как вас, но меня это вдохновляет. А вы что думаете обо всем этом? Я хочу сегодня попросить Викторию молиться о всех просьбах, которые пришли к нам на передачу на этой неделе, и о всех тех просьбах, которые записаны в нашем огромном молитвенном списке. Если вам ложится на сердце, пожалуйста, помолитесь и об этих людях. Хорошо? Помолимся, друзья. Любящий Небесный Отец, да будет благословенно и прославлено имя Твое. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность собираться здесь, на этом месте, вспоминать о наших нуждах и приносить их на крыльях молитвы перед Твоим престолом. Господи, Ты знаешь, как много переживаний, как много боли еще вокруг нас. И сегодня мы особым образом обращаемся к Тебе о тех, кто болен, о тех, кто проходит период реабилитации после заболевания. Просим о тех людях, кто борется с греховной зависимостью. Господи, пожалуйста, Ты помоги этим людям не потерять веры и надежды. И нам помоги также никогда не проходить мимо нуждающихся. Просим Тебя, Господи, за тех людей, кто хочет жить благочестиво, но в их жизнь врывается дьявол и посылает им различные искушения. Просим Тебя, Господи, о том, чтобы дело Евангелия продвигалось по всему лицу земли, и чтобы больше и больше служителей вставало на ниве Твоей, Господи, особенно там, где их так не хватает. Наша особая молитва, ежедневная молитва о мире в Украине, Господи, прекрати это кровопролитие, прекрати это безумие, пожалуйста. Молим Тебя также, Господи, о других местах, молим Тебя за Армению. Прекрати тот конфликт, который происходит там уже так давно, Боже. Смилуйся над нами, Господи, и не оставь, не покинь. Ты знаешь все наши просьбы и моления, мы в руке Твоей. Все это мы молим и просим во имя Иисуса Христа, во имя крови, пролитой на Голгофе. Аминь. Аминь. Большое спасибо, Виктория, вам за то, что согласились прийти к нам на передачу и рассказали свой такой жизненный, чудесный опыт. Большое спасибо за молитву. Пускай Господь вас продолжает благословлять, вашу семью и в творчестве. Сегодня хочу зрителям напомнить, что после этой программы вы сможете услышать ту самую песню Виктории Ицкан. Еще раз большое спасибо, Виктория. Божьих вам благословений. Благодарю.
Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу в первую очередь, конечно же, и всем вам за время, проведенное вместе, и за те молитвы, которые будете возносить по тем просьбам, с которыми ознакомились. Еще раз хочу напомнить. Если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, звоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь вас благословит, хранит и держит в своих руках. На Голгофе был крест воздвигнут, там твои грехи он омыл. Он настолько тебя сильно любит, так он хочет, чтоб ты вечно жил, что пролил свою кровь на Голгофе, чтобы ты больше слез не лил. Там места нет для беды слез, ты венец и звезд, тебя там встретит сам Христос, в краю, где нету беды слез, там Божий свет, там ночи нет, там будем петь мы без побед, в краю, где слезы смерти. Слезы смерти.